Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding of Isaac Rebirth Savior Mod. Очередное испытание, ну из тех, что тут есть. А вот это, Go Ninja. Go Ninja. Ниндзя, вперед. В таком плане. Что за ниндзя? У него есть нож, у него есть сера, у него есть уголек. Бомба это, по-моему, которая взрывается и во все стороны разлетаются слезки. Наверное, это будут ножи. Хотя не знаю. Прыжок. И что-то еще. Это я не знаю, что такое. О, как! О, это интересно. Надо бы еще полет. Ох, как оно, оказывается, это не весело. А, здоровье-то всего одно черное сердечко осталось. О! Щит, я как бы переоценил это испытание. Ну ладно. Пожалуйста. Ну-ка. Да, какими-то такими крошечными выстрелами оно разлетелось. Кажись, это тут соевое молоко, вот тут последний артефакт. Ну, даже не знаю, мне это не нравится, ну ладно. Будем пытаться. Будем считать, что у нас просто нож. Просто нож. Простой нож, обычный. Если рассматривать вот именно это как... начальная такую вот ситуацию. Ну, ладно. Вводные данные. Что-то меня смущает. Меня смущает, что тут небольшой ли уровень. Но нет, простой. Но есть большая комната. И это плохая большая комната. О! Как же это проходить-то? Не, ну будем как-то проходить. Попробуем пройти с помощью старой доброй бомбы. Одна кнопка, вторая кнопка. Все, открыто? Ой, успел. Надо просто глянуть, есть ли магазин, или может тут даже доступны, например, комнаты с артефактами. Бывают и такие испытания. О-о-оу. Ой-ой-ой. И да ладно, ну... Как-то уже. Добить бы их всех. Во. Придумал. Если все время тапать кнопку, то получается стреляет вот этими россыпью ножей. Ой, как классно. Лард. То, что нужно. Мухи. Пара серых сердечек. Отлично. Бой с боссом удался. Еще у нас есть прыжок. Ну вот и отлично. Дали два сердечка. Из них, правда, только половинка заполнена, но ничего. Найдем в бою. Все-таки ниндзя. Ну а так-то, походу, это похоже. Тень Джудаса. Такое что-то. Вайдо. Воу. Давай, Вайдо. Ой, да. Да, тут основной урон именно от ножа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. От простого ножа. Вот еще одно сердечко. Прелестно. Что? Range up. Как будто у нас тут с рейнджем, со состоянием стрельбы были какие-то проблемы. Ну да, нож теперь дальше отлетает. Простой, это хорошо. Такой вот красноглазый ниндзя. Угу. Окей. Ой, да ладно. Как вообще с этим перебороться? Ну и все. Не очень. Да как так? Гадкий паучёныш. Похоже, там была секретная комната. О как. Еще один паучёныш. Да что ж такое? Тяжело быть ниндзей.
Во, карта. Покажи нам мир. И она показывает, как я и думал, именно тут секретная комната. Что меня смущает, что нету никаких магазинов. И комнат, конечно же. С артефактами тоже не видать. Ладно, пойдем так. Значит, нас сейчас интересует только комната с боссом. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Ну, еще, конечно, какую-нибудь защитную штукенцию найти. Типа, мух побольше. Или там, я знаю. Что дадут? Маску. Маска для ниндзя, то, что надо. Это же ниндзя, все такое. Секретная комната. С неизвестной картой. Которая Джокер, на самом деле. Да, затупил. Мы думаем, тут разберемся. Ну вот. Это у нас damage и range up. Хорошо. Нечистый и так появился. Предлагает всякое, в принципе, интересное. Усиление дамага. Серое сердечко. Заодно красное три черных. И усиление дамага. И тут просто damage. Ну, попробуем. Сейчас должен быть просто невероятный damage. Все-таки ниндзя. Хорошо. Еще бы какой-нибудь серых сердечек генератор. Было бы очень классно. Ну, типа, попрошайка за красные сердечки, да всякие. Проклятие лабиринта. Ух. Ну, я не знаю. Они очень быстрые. О как. Нормально. Кажется, большую комнату тут можно обойти. Да, можно все время так нажимать, нажимать и... Как пулемет. Как просто какая-то контра. Эй, прыгни нормально. А, и так магазина все равно нет. Но может попасть игровой автомат. Логично. Ай-яй-яй. Ну вот как-то так. И еще тут взорвем так, чтобы бомбу. Чтобы, может, там есть секретная комната. Но ее там нет. И не дали ничего интересного в плане серых сердечек. Это плохо. Тут теперь неплохо так их всех выносят этими ножами. Такой ниндзя. Откуда у него столько ножей, непонятно. Пулеметный ниндзя. Пули-ниндзя. Хо-оу. Хе-хе-хе. Так, непонятно, но вроде бы я тут не вижу сталактита с крестиком. Вообще не вижу. Такое ощущение, что придется все-таки идти туда, через большую комнату. Это не весело. И надеюсь, что не придется. Окей. Ха-ха-ха. Возьмем ключ. Конечно. Это же ниндзя, он умеет прыгать. Так, большая комната. Я не хочу туда идти. Ну вот, не хочу и все. И не зря я туда не хотел идти. Ну, хорошо, тут хотя бы просто мини-босс. Ну, как просто. Супер-мини-босс, но все-таки. Вот и все. Я не вижу, опять же, это. Надо внимательно всматриваться, которые из этих сталактитов могут быть с крестиком. Я думаю, в комнате с боссом могли бы поместить один такой. Для приличия. Ну, в упор не видно. Вот. Вот не видно. То есть эти два сегмента можно было и не заходить. Вот, собственно, и босс. Это ж
Можно было просто пойти вниз и получить вот это все без этих всяких пакостей. Ай, ладно. Ну как, перепрыгнет? Пу, перепрыгнул. Да, ниндзя. Стой. Сейчас смотрим это. Ах, это XL, то есть тут будет два босса. А, ну и что? Да, на что-то влияет. Секретную комнату мы не находили. Я бы сказал, что она, возможно, здесь. И она, может быть, тут есть. Давайте глянем. Это, кажись, мешочек, который дает деньжата. Деньжата? Дождешься от них деньжат. Ну еще, может быть, мы найдем секретную комнату, которая рядом с боссом. Например, вот тут. Теоретически. Конечно, нашли. Ай-яй-яй-яй-яй. Да хватит, эта муха меня достает. Ну, как-то так. Запулеметили. И вот, пожалуйста, защитный мясной куб. Ладно. Холлоу. Обычно с этим проблем не бывает. Обычный червь. Их тут стало много. Слишком много червей. Вот, и нам предлагают пентаграмму, повышающую дамаг, и желтый шприц, который все переролит. Ну, хотя бы у нас появилось на одно сердечко больше. Правда, он стал медленнее двигаться. Не знаю, как с дамагом. Ну, вроде неплохой. Не знаю, что он там переролил, но скорость уменьшилась. Что не радует. Да и ладно. Чё подумаешь, скорость уменьшилась. Проживем и так. Curse of the Unknown. Что мы не знаем? Мы не знаем, сколько сердечек. О-о. Это проблема. Ух ты. Они так умеют. Это нечестно. Хватит прыгать. Стой на месте. Все равно против тебя ниндзя. Он против ниндзя. Шансов у них у всех мало. Ну вот как-то так. Еще монетки. Ну это да, если попадется секретная комната, в которой что-то продается. Хотя... Это нечестно. Но и так уже секретная, мы потратили бомбу, чтобы туда зайти. Так, а там еще что-то продается. Я думаю, нам не повредит и все-таки игровой автомат. Хорошо. Да и больше дамага никогда не бывает лишним. Конечно, камня с крестиком не найти. Как всегда. Что-то в бою дают? В бою дают какой-то отстой. А. Вот я, кажется, вижу, где секретная комната. Скорее всего, она там. Там это вот тут вверху. Просто глянем вторую комнату. Если там не пропасть, там пропасть, значит, там ничего нет. И не тратим бомбу. Вот так. Обломитесь. Не будем мы туда идти. А вот это больше похоже на секретную комнату. Но для этого глянем. Вот это взорвем, глянем, что есть тут. Карта. Атакующая кошка. Хорошая карта. Надо будет за ней вернуться. Вот тут, как мне кажется, есть такие секретные комнаты. И таки да. И это жадность. Знаете, ну как бы, ну ладно, тут ой-ой-ой, магазины были на каждом шагу. Было бы понятно, зачем жадность. Мы-то ничего не покупали там нигде. Потому что нету магазинов. Ну, в общем. Эй, как он задел? Это наглость. О-оу. Хотя бы они не отпружинили одна от другой и не задели нашего персонажа совсем. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да.
А. Ну и даже не надо ничего использовать. Шинигапи. В общем, это ерунда всякая. Шинигапи не весело. Вот если была дохлая кошка, было бы веселее. Ну, у Джокера мы побывали, значит, карту тратить не стоит. И зато я вижу камень с крестиком. Глядишь, что там полезное. А что там полезное? Серое сердечко. Ну, ёлки-палки. Могли бы и два положить. Такой скептик во мне говорит, что они жадные. Рандом, рандом. Никакого рандома. Это специально положили поменьше. Это заговор. Вся игра — это один большой заговор. О, да. Можно такую теорию придумать. Секретная комната. Ну, может, тут? О! Да. Прыжок. Прыжок. Монстра 2. И не просто, а с бомберменом. Ну, он уже сдох, но все равно. Вот как-то так. За это все дали какую-то ерунду. Поскольку у нечистого мы уже побывали, увидели, что там ничего веселого нет. Просто взорвем все это и получим бонусы. Ну что же тут? Пилюля с эффектом мушка. Вот. Это желтая пилюля. Надо запомнить. Хотя зачем? Выпадет она или не выпадет, это уже дело такое. Карта солнца, которая может показать нам что? Карта уровня. И карта Джокер, которая вызывает сделку с нечистым, либо это комната с ангелом, если... Да. Но тут-то, скорее всего, зло велико, поэтому скорее будет тот самый нечистый. Ну, хорошо, возьмем солнце. Что там с удачей? На базовом уровне, конечно. Ладно. Две мушки, еще одну мушку и все. В принципе, еще одной мушки не надо. У нас там защитный мясной куб. Вот, наверное, так и пойдем. Ух ты, как ловко-то. Чего они друг друга не съели, эти пауки? Это нечестно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Близко подошел, а это плохо. Этим двигающимся бошкам лучше... Выпрыгивающим, не знаю, вытягивающимся. Лучше не подходить, да. И чё? Ну, может, тут секретная комната, всё такое. Как-то так вот. Вырулили. А чё жду-то? Включаем же карту уровня, досмотрим. Ага. Можно срезать через секретную комнату. Это будет, наверное, проще. Да почему нет? Так и сделаем. Бомбы есть. Совсем неловко получилось. Ну ничего. Глянем, что в секретной комнате.
Там сейчас что-нибудь можно будет купить. За наши деньжищи. А, да, тут супер жадность. А купить-то можно. Батарейку. Для нашего прыгового устройства, которое и так не нуждается в батарейке. Обалдеть. Комнаты все полезнее и полезнее. Ну и ладно. Воу. Да ладно. И все лазером. Хм. Окей. Ай-я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 й. Было бы неплохо еще найти вот эти рожки Локи. Ну, было бы интересно, вернее, узнать, как бы оно выглядело все с этими рожками. Он бы так в четыре стороны стрелял. Ну и, наверное, тут секретная комната. Очень надеюсь. Таки да. Библия. Оу. Джастис. Хорошо. Девил. А. Опять мир. Давайте Библию возьмем. Почему нет? Это у нас что за уровень? Уровень глубины 2. Значит, сейчас будет что? А, стоп. Карту-то взять какую-то другую надо. Devil World. Возьмем World. World. Будем знать хоть, что там творится. Мамаша, говорите. До свидания. Проблема решена. Ой, даже можно зайти... Босс Раш, глянуть, что там дают. Слушай, там всякое интересное дают. Четкий, мертвую птичку, глаз. И вот это вообще интересно. Это будет двигающийся нож. Ну, но нет. Но уж и нет. Нет, это все классно, конечно. Не знаю. Так ли оно классно? В любом случае мы потеряем сердечко, когда будем убегать через вот ту дыру. Ну, в общем, все, не надо. Ничего терять не хочу. Так, а это что? Пироманьяк. Когда взрывается, должно типа исцелять. Пускай будет. Так, эти как их? Слайды не берем. Чтобы не проходить аж до самого-самого-самого конца. Вот так нормально. Ну, не знаю. Как наш дамаг потянет все это? А, конечно. Началось. Началось. Где-то подозрительно тихо, никого нет. Ну, где крестики? Тоже нет? Такое вот всегда. Кыш. Вот он, камень с крестиком. Давай, давай. Я даже не знаю. Тут вообще какие-то двери могут быть. Разве что в кубик или в библиотеку. Ай, да ладно. А тут, между прочим, каждый удар — это сердечко. Я думаю, мы вот эту самую карту мира используем. Там на мамаши, да хватит уже. Ух. Красные сердечки. Пополняйте на здоровье. Да, я знаю, это плохо. Давай, давай, повышение здоровья, все дела. Ну вот, хоть что-то. Да, можно пройти по диагональке. Я это иногда умею. Но получается вообще рандомно. Вот такое. А ну-ка глянем, не секретная ли тут комната. Секретная? В которой куча всякой ерунды. И то правда, куча бомб, ключей и золота. Еще одна Pretty Fly. У нас уже, по идее, три мушки, так что это хорошо.
Tears Down, да ладно. Не сильно-то не даун, но все-таки ухудшение налицо. Ну, я знаю, больше искать-то и нечего. Ну, разве что вот тут секретная комната, если она тут. Но она тут. А, привет, ошибка. Если ошибку взорвать, что будет? Пара монет. Действительно, это какая-то ошибка. Конквест. О, нам предложат сейчас полет. Но мы брать его не будем. Библия лучше. Вот так. Ну да. Во, вот это хорошо. Теперь возьмем 9 жизней все-таки. И так, красное сердечко остается. То есть это было халява. Можно еще что-то из того взять, но, пожалуй, не стоит. Полет. Полет мы не берем, хотя вещь классная. Лучше бы дали еще улучшение для мясного куба. Опять же. Но нету. Да-да-да-да. Ну вот и где тут что? Где тут секретная комната? Теоретически может быть прямо вот тут за спиной нашего персонажа. Ну это в теории. Сейчас мы выйдем, зайдем, чтобы пропали красные тропинки. Тропинки, следы. Лужи. Подтеки. Что они оставляют? Таки да, секретная комната, в которой 99 бомб. Потому что 12, которых у нас было, это мало. Ну ладно. Теперь можно все абсолютно взрывать. Карту мира надо оставить, если будет еще один уровень, сразу для него... Ой-ой-ой. Для него, чтобы там знать точно, куда идти. А тут уже как получится. Как интересно. Ну, да, надо было стоять посередине. Это было, как всегда, глупо. Вот, теперь-то мы видим секретные комнаты. Это круто. Учитывая, что одну из них мы уже и так нашли. Да ладно. О как. Два серых сундука? Да на таком уровне забой дают? Да нет. Это шутка такая. Это мой дармоедик, шутка такая. Такс, и чё? Ой-ой-ой. Вот это плохо. Вот это была комната одна из худших. Джокер. А тут Джокер, это же что у нас, уровень с мамашей? Тут Джокер просто предлагает идти дальше. А вот нет. Ну, значит, рядом босс. О-оу. Ну, босс-то мамаша, понятно. Мы ее тут Библии-то и пригвоздим. Чем меня смущает, что тут куча этих костров. А давайте их повзрываем. Хоть в одном-двух-то будет что-то. О, сразу белое сердечко. Ну, хорошо, конечно. Почему нет? Еще одно. Ой, как это классно. Да ладно.
Прям фартит не по-детски. Ой, да ладно. Специально так затеяли. Прикольно. Да, больше нету, жаль. Ну, так тоже хорошо. Не знаю, лучше, чем серый, конечно. Вопрос спорный. Вот это, пожалуй, возьмем. Что там еще было? Так, это жемчужина, а это добавляет белое сердечко в начале уровня. Ну, наверное, уже не пригодится. Ну, глянем, что. Ключи 32 можно даже и потратить. Ну, вот как так? Ходить по шипам полезно. Камень с крестиком. Ну как пропустить? Ну, пусть даже одно, но серое сердечко. Не надо было сюда заходить. Не надо было сюда заходить. Но надо поискать секретную комнату. Которой тут, скорее всего, нет. Ладно, идем к боссу. Это же мамаша. Свободно. К сожалению. К большому сожалению. Все-таки это не конец. Да нет, мы их не будем брать. Хотя, в общем-то, заманчивое предложение. Ну, идем наверх. Предлагают наверх, значит, наверх. Думаю, тут будет только один уровень. Собор. Ну, и тут мы используем, чтобы видеть, куда идти, карту мира. И видно, да, надо идти направо. Окей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пока что просто. Это же вроде не сложно. Большую комнату не обойти никак. Поэтому даже не будем с этим заморачиваться, пойдем напрямик. А, что интересно, Библия четырехзарядная. Так ли было в оригинальном? Вот это я не помню. Карта Magician. А вот можно использовать. Это не надо. Батарейка. Да. Ну, не знаю. Глянем еще, что дают тут за бой. А, это не бой. Да, собственно, и дают-то ничего. Ну, пошли так. Ой-ой-ой-ой, карамба. Сколько их? Да и ладно, позовите охотников. Ну вот. Конечно, да, серых сердечек вообще ноль теперь. Одно черное, ну 9 жизней. Библия вроде тут не помогает. Жалко. Ну, разве что Magician. Magician. Это у нас что? Это у нас наводящиеся выстрелы. Может, это поможет как-то. Мэри. Хотя на самом деле Джудас. Ну, в принципе, терпимо. Если не попадать на вот эти выстрелы.
Все еще куда ни шло. Да, есть куча мух, но когда-то они начнут пропускать выстрелы. Блин, как чудесно вот это наводящийся выстрел. Просто супер. Ай-яй-яй. Не попали, не попали. Свободная. Ну еще нет. Еще как нет. Прелестно. Ну вот это наводящийся выстрел, это просто что-то. Прошли. Да, такой вот ниндзя. Летучего ниндзя не получилось, ну и прыгучий был тоже ничего так. Пинг. Гоу ниндзя. Ниндзя прошел. Ну, конечно, это не то, что проходить ниндзя Гейдена на Дэнди, но тоже ниндзя. Всем спасибо за внимание, с вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.